Только что вернулся из магазина Lidl, немецкая сеть магазинов, в Латвии у нас тоже есть. Не думал вообще, надо было водички купить, а купил виски. Сейчас расскажу почему. Так, что это у нас за виски? Написано, произведено в Шотландии. Название виски Бен Братскен. Ну, первый раз я его вижу, вот, поэтому я им заинтересовался. Написано, что дистиллировано, выдержано и разлито в Шотландии. Highland Single Malt Scotch Whisky. Видите, да. Ну, все как положено для односолодовых виски. Они же продаются, они же не дешевые. Продаются в упаковках, таких тубах. Что здесь еще имеется? Какая-то медаль. EF East Gold 2022 год. Видите, какая-то медаль есть. Single Malt, Scotch Whisky, Highland, Highland. Короче, тут все такое написано, брендировано. Какие-то росписи. Так, сзади тоже у нас все написано хорошо. Ну, сзади вообще интересно написано. Так, объем 700 миллилитров. Крепость у нас 40%. Ну и почитаем описание. Просто это очень интересно. Читаю вот сзади описание виски, да? Благородный. Благородный и достойный. С теплыми насыщенными ароматами крем-брюле. Глазированными дольками апельсина, медом. Обмакнутым в бриош и марципан. Я не знаю, что такое бриош. Незабываемый вкус кофе, темного горького шоколада, черная вишня морелла и пирог с орехами пекан завершают этот высокогорный шедевр. Ну, вы представляете описание вкуса? Сколько этот виски должен стоить? Ну, как бы, не поверите. Я сам не поверил. 13 евро. Я не знаю, это что-то такое. Я ни разу не видел Single Malt односолодовые виски по такой цене. Самые дешевые, которые я покупал, по-моему, 20 евро. Ну, 19,99. Но за 13 евро. Поэтому я не удержался. Мне чисто, мне такое любопытство исследовать этот виски. Ну, как так? За 13 евро и Single Malt. Да. Где у нас тут цена? Вот она. Да, в чеке. Ладно, чек откладываем. Ну и достаем сам вискарик, смотрим. Тубу мы рассмотрели, смотрите, все четко, все чинно. Вот такая бутылочка у нас. Так, отложим тубу в сторону. Какая у нас бутылочка? Ну, бутылочка красивая. Видите? Все написано, все, что я вам прочитал. Да, написано, что есть, так, что тут написано у нас, что он подкрашен, да, но, так, отложим в сторону, пробка, смотрите, пробка, как и у всех синглов, благородная такая, да, видите, это вам не такая крышка, которая закручивается, так, тут уже такая, типа, коньячная идет, да? И волшебный пук. О, пробочка. Пахнет алкоголем. Ну, пробку пока не, по пробке не могу ничего понять. Давайте я немножко налью. У меня даже Гленкерн есть, друзья мои, для дегустации. Я немножко налью, пусть он немножко... Как говорят все дегустаторы, подышит, да, подышит. О. Ну так граммов 50 нальем. Ну вот, мне стало очень интересно. Думаю, что это такое за вискарь? Single Malt за 13 евро. У меня же есть крутая книжка. Когда-то мне года 3 назад подарили. На день рождения. Вискипедия. Тут Чарльз Маклин. Он же все это дело. Все вискокурни знаменитые. Так. Да.
все знаменитые вискокурни шотландские. У него здесь описаны просто, да, видите, тут начинается вот в этой книжке. Вот он, как, кстати, выглядит. Он даже снимался в фильме, комедии «Доля ангелов». Ну, короче, дядька такой знаменитый, ну, эксперт по вискарям. И вот это его книжка. Ну, тут, короче, он описывает, как виски делать, как оно делается, технология, как его понимать, как дегустировать, как этикетки читать. Ну, интересная книжка, полезная, хорошая такая. И он в основном-то пишет про вискокурни, которые делают синглы, да? Вот, начинается, видите, с этого. В алфавитном порядке, видите, идут все вискари, ну, такие именитые. Арбек наш любимый, да, и так дальше. Ну, и, короче, я начинаю искать в этой книге вот этот Бен Братскин. Ну, что это за вискарь? Если он сингл молд, то он должен быть. Нахожу примерно на букву «Б». И тут что у нас есть? Видите, Банф и Бен Невис есть. Дальше есть что у нас? Бен Рич какой-то. Бен Ринес какой-то. Бен Ромах. И Бен Вайвис. Так, что еще? И все, дальше... Бленд, Ноч, Блайер, и все, закончилось. Короче, в этой книге этого вискаря здесь нету. Интересно. Залезь сейчас быстро в интернет. Все, что мог посмотреть, что я понял. Короче, немцы закупают вот этот single malt в Шотландии и его разливают для сети магазинов Lidl. Для немецкой, ну, которая во многих странах есть. Вот. Ну, цена просто, я не знаю, я не мог мимо пройти. 13 евро за single malt. Ну, сейчас будем дегустировать, друзья мои, я не знаю. Это ж... При таком описании, как я вам прочитал, он просто должен быть сказочным, да? И не с такой ценой. Так, пока виски у нас дышит, у нас же есть яблочко. Яблочко это самое универсальное. Закуска под вискарик. Так. И душевный ножичек наш Апинель. Кстати, два раза уже порезался им. Уже попил мою кровушку он недавно. Каждый нож должен попробовать кровь своего хозяина. И вот мой недавно попробовал. Два раза аж. Так. Яблочко. Ну, мне чисто... Ну, если честно сказать, за такую цену, наверное, шедевра не будет никакого. Тут не указан возраст, но по закону виски должен выдерживаться в бочках не менее 3 лет. Скорее всего, это и есть трехлетка. Если бы там было 5 лет, да, тогда бы они бы это указали. Там 5, 10, 7. Ничего не указывают, значит, возраст минимальный. Минимальный возраст. Так, убираем эти наши грызочки. Грызочки выбираем, чтобы у нас все было красиво, чинно. Так, грызочки убрали. Так, надо чуть-чуть поменьше, а то в ротик не залезет. Так, есть, да? Так. Ну что, друзья мои, вот он такой вискарик. Сейчас посмотрим. Ну, цвет красивый. Ну, подкрашен карамелью, конечно, красивый цвет такой, темный, янтарный, да. Ну, смотрим. И есть ли у нас ножки какие-то? Что-то есть, что-то стекает. Да, глаз порадовали. Теперь понюхаем. Так, что я чувствую? Ну, вы знаете, какого-то выразительного запаха, такого аромата нету. Чувствуется, что это
Алкоголь. Это, знаете, вот такие синглы дорогие там, ну, я не буду брать Айлу, там, Артбек или Лагавулин. Там откроешь только пробку, уже запах идет по всей комнате, да? Здесь, ну, так, запах не очень выразительный. Я скажу, что даже некоторые бленды пахнут поинтересней, вот, чем этот. Ну что, первый глоточек. Ну, скажу так, чувствуется, что спирты молодые, да, они как бы обжигают и сушат. И где-то на такой начальной стадии я даже вот уловил, хотя они об этом не пишут нифига, но я уловил такую легкую дымность какую-то. Вот сейчас уже в запахе начало проступать какие-то нотки сухофруктов, выпечки. Ну, не так богато, как они расписали, конечно. Или проблема с моим носом. Но еще один глоточек делаю. Да, к сожалению, если бы мне завязали бы глаза, да, и дали бы его попробовать, я бы 90% сказал, что это бленд, а не односолодовое виски. Он очень прост, не изыскан, не так, как в описании, да. Плюсом может быть то, что здесь спирты односолодовые, да? Да, они трехлетние, но это односолодовые спирты. Это уже тут минимум зерновых. И скорее всего, что эти односолодовые спирты, они выгоняются в этом, как он называется, этот, в перегонном чане, да? То есть не методом ректификации. Это большой плюс. Вот. Но все-таки чувствуется, что это спирты молодые. Они так обжигают и сушат. Ну вот, и аромат, и вкус соответствуют цене 13 евро. Вот, друзья мои, мой вердикт. Чудес не бывает. За такую цену, блин, я там подумал, ох, сейчас я что-то. Ага. Ничего. Я скажу, что вот тот же самый бленд, мой любимый, Бушмиллс, он гораздо интереснее. А если взять Блэк Буш, еще лучше. Да, неплохой, не противный, ничего нету плохого в нем. Никаких таких отвратных ноток, знаете, ничего нету. Но он такой, ну, невыразительный. Нюхаю. Ну... Есть такая, какие-то легкие запахи такие. Блин, надо вот, я не знаю, там сидеть, так улавливать. Такой нос надо, я не знаю. Или бокал там супер-пупер такой. Но внюхивать тут особо нечего. Что-то чувствуется. Ну, но простоват. И по вкусу, конечно, тоже. Но за такие деньги... Односолодовые виски. Я думаю, что, друзья, надо попробовать. Чисто для интереса. Вот. Но это не тот виски, что вы нальете 50 грамм и будете вечер книгу читать, дегустировать. Вы просто его будете пить. Вот и все. Потому что, ну, тут нечего. Нечего в нем. Нечего его разбирать тут особо. Как-то так. Ну, виски на вкус как бы по своей цене. Но чудес не случилось за эту цену. Увы.